нахуй жопой! Так, две карточки. 7 мест. А, еще Виднюк Снэк, который у нас заберет очки. Да-да, он именно их заберет. И вот поэтому Слизерин постоянно впереди. Так. Зеркало, которое опять таинственным образом появилось тут. Непонятно как. А прикольно, если я все карточки соберу, посмотри на то, что пропустил. Вдруг я не пропустил ее. Кто знает. Где-то такая вот игра. С секретами. Черт, жопа пошли! А, достойная очень награда. Ах, ни карточки, ничего. Всего лишь бобы. Значит, так подумать, они вправду неплохо спрятаны. Карточки. Я только что видел Рона. Там, у входа. Сейчас у нас урок зелий. И, похоже, мы на него опоздали. А я пока еще побегаю, Рон. Флипендо! 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 Ибо в них ничего не активируется уже. Опять ведьма. Снэк всегда. Флипендо! А, Слизерин, ты же. На, да, ты не со Слизерин. Флипендо! Кто же подумал? Неужели ты такой честный? Флипендо! Семь тайников, две карточки. С какой-то жопу интересно. Гарри, сюда! Кто меня видит? Эй, Гарри! Маскировка 80-го уровня. Конфет. Конфеты нам нужны для экспериментов. Прошу вас, вы сказали для Слизерина. Отлично, Гарри! Ты здорово нам помог! Держи волшебную карточку. Надеюсь, в твоей коллекции такой еще нет. Так, одна из двух. Еще надо... Помни, ты знать не знаешь, что мы собираем конфеты. Это будет нашей тайной. Договорились? Да, пошел всем рассказывать. Зря вы это сказали, что это тайна. Ибо теперь я проболтаюсь. Пускай все вам собирают конфеты. Клоузит, естественно. Алахамора! Еще картина с секретом. Сундук железный, где ничего нет. Да, я так и думал. Три баба. Гриффиндор? Не с... сказал? А, шлюха, блин. Вон пошла. Вообще не подходи ко мне. Ну ты и зануда. Что сказал? Жалко, тебя нельзя заколдовать. Таких вонючек, как... Ты надо наказывать. Флипендо! Я тоже мечтаю стать ловцом. Станешь им когда-нибудь. Флипендо! 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 Так, ничего. Флипендо! Не активируются, говнюки! Так, я вижу там сундук. Алахамора! Карточка! Нихера себе! Все, моя душа теперь спокойна. Я нашел карточку.
Я нашел с радуей грёбаную карточку. Миссис Норрис очень вредная кошка. Я так хочу увидеть следующий матч по квиддичу. Болеете за меня, да? Да? Так, все. Одна спрятанная карточка. Да, еще к этому Слизерину надо топать по страшным коридорам. Первокурсником. Я ваш преподаватель зелий, профессор Снэк. Сегодня вы научитесь смешивать лечебное зелье Вигенвельда. Вы опоздали на урок, мистер Поттер. Это непростительно даже такой знаменитости, как вы. Минус 5 баллов факультету Гриффиндор. Поттер, отправляйтесь в подземелье и принесите необходимые ингредиенты. Нам понадобится кора рябины обыкновенной, цветок папоротника, ведьмин гриб и слизь с кучей червя. Поторопитесь, или я вычту баллы у Гриффиндора. И не вздумайте вернуться с пустыми руками. Ты мне угрожаешь, я пожалуюсь Дамблдору. Черт, бедного ребеночка, маленького, посылает одного, хрен знает куда. А все тут готовят в котором херню какую-то. Так, и что если в них залезть? Я залез в котел! Все, я тебе испорчу все, Снэк. Ну, похоже, этим котом плевать давно на меня. Я же отправил вас в подземелье. Удачи, Гарри. О, Рон, ты же опоздал. И он на него не обратил внимания, зашибись. А, зеленое говно оттуда идет. Я поплавать хочу. Охренеть просто. Ладно, пошли отсюда. Хм, наверное, это и есть ведьмин гриб. Но... Где я? Неужели Снэк обманул меня? Да, вот такой вот Снэк, падла. Смотрите, что с нами сделал. У меня есть ловушка. Поттер-то еще живой как-то остался. Так, так. Слепендо! Значит, нам надо найти одну карточку, но свой путь спокойно. Так, куда эти штуки? А. Слепендо! 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 Как-то мы открыли. Или не открыли? Открыли. Отлично. Ну что ж, теперь надо перемещать этот ящик. Слепендо! Слепендо! Ящик куда подальше. Слепендо! Да. Вот такой вот гадюка Снэк. А вот один из ингредиентов. Гермиона говорила мне, что цветок папоротника выглядит именно так. Как видите, тут особо секретами не пахнет, поэтому тут написано на карточке две комнаты. И нам надо теперь найти эту сраную карточку. Черт возьми, мне придется всю голову поломать себе, чтобы ее найти. Полегче, куда? Так быстро. Так, тихо. Я хочу здесь. А вот и карточка. Это было нетрудно. Так, теперь моя совесть чиста и спокойна. Алохомора! Слепендо! Слепендо! О, мы опять
опять какой-то жопой вернулись сюда. Слепендо! Или нет, мы не вернулись сюда. Мы пришли вот сюда. Так, так, ой, полегче. Давай, двигай меня наверх. Черт, гребаная заторможенность, а? Звезда. Слепендо! Мы их можно особо не собирать, ибо Снэку они не нужны. О-хо-хо-хо, это было эпично! Так, здесь надо действовать быстро, ибо эти камушки рушатся. Уже их нет. Слепендо! Алахамора! Слепендо! Попади ж ты. Да стой, 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 нет! Твою мать! Сраное говно! Как и всегда, наперед открывать. Один тут сейф. Звезда. Ой, нет. Это кровавый барон. Ну и фига ты стоишь. Тупица. Кровавый барон пришел меня забрать. Что здесь, ибо меня как-то никогда не приспечивало туда идти. Ой, барон, я тебя жду. Что? Фак. Надо снова его ждать. А, кстати, барончик наносит дамаг, если что. Алахамора! Так, а это его тайная комната. Алахамора! Я сюда никогда не заходил. Такая уж она и тайная, оказывается. Так, оставь мои бабы в покое. Все, я ухожу отсюда, барон. Только меня не трогай. Все, я вон пошел отсюда. Слепендо! Слепендо! Гномики тупики. Слепендо! 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 Нахер пошел, нахер пошел! Слепендо! Слепендо! О, этот гад был живой. Да мне вообще насрать на эти проходы, вот их выходы, ибо... У меня карточка есть! Знаете, давайте взглянем все-таки на коллекцию, как она выглядит. Получается, я мог еще и не упустить их. И вы смотрите-ка, все это на месте. Пока что. Так, получится 5 на 4, это 20. 20-я карточка, 24-я.